Привет, меня зовут Карпиков Андрей, я являюсь или тренером фитнес-клуба 100%, и сегодня я представляю урок «Функциональная тренировка», где мы будем развивать сердечно-сосудистую систему и весь опорно-двигательный аппарат. Ты готов? Вы готовы? Я готов. Начнем? Итак, пожалуйста, начнем с разминки. Начнем шаг на месте, с взмах руками вдох, выдох, бросили руки вниз, взмах руками вдох через нос, выдох, дальше бег на месте. Подтянут, плечи внизу, длинная шея, макушку тянемся вверх, легко, непринужденно, бег на месте. Немного подними пульс, подготовим центральную нервную систему к более интенсивному роду занятия. Далее джампинг джек, руки присогнуты, амплитуда короткая, мы еще холодные. Далее бег на месте. Сизер джамп, прыжки, движение, обратите внимание, в плечевом поясе, локоть на 90 градусов, далее твист, прыжки, вращение бедрами, отлично, все, сначала бег на месте, итак, пульс поднялся, я уже чувствую. Jumping jack. Scissor jump. Супер. Далее твист. И давай немного бег за хлёстом. Пятки годится. С высоким пониманием бедра. Если вам сложно, можете перейти на шаг. Это опционально. И вновь джампинг джек. Сизер джамп. Дышим хорошо. Глубоко, насыщаем воздухом. Легкие. Твисты. Помните, дальше у нас захлёст. Далее интересное движение. Касание внутренней части стопы. Ладони. Если получается, можете делать через шаг. Если получается, бег с высоким подниманием бедра. Отлично, переходим на шаг. Взмах руками, вдох. Выдох. Фух. Вдох. Выдох. Фух. И третий раз. Вдох. Выдох. Отлично. Далее немного разогреем нижнюю часть тела. Тазобедренные коленные суставы. Поприседаем стопы на ширине. Бедер мы стопы немного брось. Пресс подтянут. Приседаем. Полуприсед. Амплитуда движения ограничена только вашей мобильностью суставов, эластичностью связок и мышц. Обратите внимание. Присаживаемся, сохраняя естественный прогиб в поясничном отделе. Сохраняя максимальное вертикальное положение корпуса. Далее переходим в положение планки. Присели, опустили руки на пол, стопы назад, стопы к ладоням и встали. Присели, ладони под плечевыми суставами, положение приседа, встали. Продолжаем. Темп умеренный, пульс средний. Продолжаем разогреваться. Еще. Плечи внизу. Пресс подтянут. Как это выглядит в боковой проекции? Положение планки. Положение седла. Отлично. Закончили.
Здорово. Я немножко разогрелся. Далее суставная гимнастика, вращение плечевого пояса, мобильность грудного отдела, поясничного отдела позвоночника. Переносим вес ноги на ногу, вращаем плечевым поясом. Пресс по-прежнему подтянут. Отлично. Далее наклон в сторону. Латеральное сгибание позвоночника. Супер. Я сам себе нравлюсь. У меня тут зеркало, я все вижу здорово. А у вас? Еще раз. Отлично. Плечи вперед. Округляем грудной отдел, прижимаем подбородок. Раскрываемся, раскрываем грудь. И вновь повторяем. Выдох. Вдох. Выдох. На вдох раскрываем грудную клетку. Выдох. Отлично. Спецка. Руками, спец ногами. Стопы вместе, захлёст. Ногу за подъем. Пятку к ягодице, пресс подтянут, ягодицы собраны. Растяжение передней поверхности бедра и подвздошно-поясничных мышц. Отпускаем ногу. Ставим на пятку, наклон вперед. Плечи внизу. Спина выпрямлена. Отлично. Меняем ногу. Есть. Баланс. Отпускаем пяткой. Полмы стопы на себя, упор, присогнутое колено. Пресс подтянут. Растяжение задней поверхности бедра. Отлично. Широкое положение стоп. Стопы параллельно. Делаем выпад на левую ногу. Растягиваем внутреннюю часть бедра. Это нам все понадобится. У нас будут многосуставные движения, где нам понадобится не только выносливость, но еще и мобильность и эластичность. Отлично. Далее руки вперед. Садимся. Казах встреч. Мы стопы на себя. Ягодицы максимально. Пятки согнутой ноги. Переносим вес. Если вам неудобно, вы можете поддерживать себя рукой, опираясь за стопой. Если получается, здорово. Встаем. Всплеск. Ну что, приступим к основной части. Так, надеюсь, я здесь по центру. И вам меня хорошо видно. Что мы делаем? Мы делаем выход на руках. У нас будет такая некая прогрессия. Мы будем выходить, добавлять упражнение за упражнением. И затем еще и будет нарастать у нас движение. Будет большая цепь из составленных движений. Так, первое движение у нас исходное положение стоя. Выходим на руках в положении планки. Планка. И возвращаемся назад. Далее мы все узнаем по ходу. Поехали. Время пошло. Выход. Планка и позиция стоя. Уходим вновь. Планка. Позиция стоя. Еще несколько раз. Прямое положение планки. А следите за тем, чтобы ягодицы были собраны. Пресс был подтянут, а ваш корпус и ноги составляли прямую линию. Еще. Отлично. Ну что, добавим движение. Выход на руках. Планка. Возвращаемся. Прыжок. Отлично. Продолжаем. Добавили движение. Добавили прыжок. После выхода прыжок. Руки вверх над головой. И вновь. Планка. Мы много раз будем выходить на руках. Поэтому ваши руки подгрузятся в плечевой пояс. Скажет вам спасибо. Прыжок. Добавляем движение. Вышли. Выпад правой ногой. Возврат в планку. И прыжок, да? То есть мы добавили что? Выпад, то левой, то правой ногой. Нога, планка. Встали, подпрыгнули. Супер, продолжаем. Будет долго. Правая. Прыжок. Еще раз левой ногой. Выпад левой. Супер. Ну что, пора прибавить еще одно движение. Смотрим. Выход на руках. Выпад. Вращение корпуса. Вверх. Рука, ладонь на место, и прыжок. Повторим для левой стороны. Планка. Раскрыли плечи внизу. Вращение плечевого корпуса. Продолжаем. Планка. Вращение.
Жак. Супер. Если вам сложно, если вы уже устали, вы можете замедлить темп. Темп подбирайте по собственным кондициям. Нагрузка должна быть средняя. Вы должны мочь дышать и при этом говорить короткими словами. Отлично. Освоили. Продолжаем дальше. Смотрите внимательно. Прыжок будет. Итак, планка, выпад, вращение. Планка. Прыжок обеими ногами в правую сторону. Возврат. Выход. Прыжок. Понятно? Продолжаем. То же самое на левую сторону. Выпад. Вращение. Прыжок. И возврат. Прыжок. И идем дальше. Все то же самое в правую сторону. Показываю опцию более простую. Мы делаем. Пришагиваем. Да? Без прыжка. Поочередно представляем ногу. То левую, то правую. Здесь. Это опция, да? Упрощение. Но мы пойдем по основному уровню. Выпад. Прыжок. И возврат. Класс. Супер. А я сейчас. Не знаю, как вы. Прыжок. Надеюсь, эта штука включена и она записывает. Потому что я уже. Ой, пардон. Опа. Чик. Прыжок. Возврат. Джамп. Идем дальше с левой ноги. Отлично. Джамп. Ну что, добавим. Добавим еще одно движение. Поехали. Смотрим внимательно. Выпад. Вращение. Планка. Прыжок. 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 Оп. И затем назад. Окей. На левую сторону. Выпад. Вращение. Поехали. Фу. Джамп. Еще несколько раз. Отлично. Возврат. Фу. Поехали. Еще немножко. Давай, еще немножко. А чуть-чуть осталось. Джамп с двух ног. Планка. Возврат. Фу. Добавим еще. Добавим. Вижу, по глазам добавим. И мы добавляем. Выход. Двух ног. Джаба. Здесь мы идем в позицию. Брейк-дэнс. Танка. И возврат. Непонятно. Вижу по глазам непонятно, но сейчас мы все расставим по местам. Поехали. С левой стороны. Есть. Оп. Прыжок. Джаба. Затем положение. Переносим вес. Одна нога, одна рука. И возврат. Вот такое движение. Окей? Затем планка. Возврат. Освоили. Заключительный. Заключительный. Раз. Погоняем немного на левую, на правую сторону. Поехали. Раз. Брейк-дэнс. Прыжок. Выход. Выпад. Вращение. Планка. Джамп. Джамп. И в эту сторону. Еще пару раз. Прыжок. Выход. Выпад. Вращение. Джамп. Джамп. Есть. Получилось. Ай, молодцы! Я верю, что у вас получилось. Я вижу отсюда. Оп. Джамп. Джамп. И отлично. Фу. Здорово. Но это еще не все. Далее будет. Давайте немножко подышим. Марш. У нас остался еще один комплекс. Этот комплекс все забыли. Основной много пульс, основной энергию
силы, выдох. Взмах руками, вдох. Выдох. Ну что, стало легче. Немного отдышались. И еще раз вдох. Выдох. Фух. Отлично. Ну что, идем дальше. Что мы делаем? Мы делаем присед. Мы это приседание делали на разминке. Помните, да? Ну а теперь все покажу, что будет. А затем мы это все свяжем в одну цепь. Приседание. Выпад. Приседание. Выпад. Затем приседание. Перекат. Отжимание. И встаем. Окей? Дальше еще немножко прибавим, если будет желание. Думаю, здесь будет удобно. Так, поехали. Приседания. 10 приседаний. Помните, да? Пресс подтянут. Плечи внизу. Макушкой тянемся вверх. Не поверите. Никогда самостоятельно этого не делаю. Сегодня первый раз. Чего не сделаешь на камеру? Так, я уже сбился. Фу. Отлично. Далее выпад. Присед. Другой ноги. Неудобно. Чуть ближе подойду. Выпад. Присед. Выпад. Присед. Выпад. Присед. Выпад. Присед. Добавляю. Выпад. Присед. Левая нога. Выпад. Присед. Прокатывание. Группируемся. И аккуратненько встаем. Есть, да? Поехали. Присед. Выпад. Присед. Выпад с другой ноги. Присед. Перекат. Встаем. Оп. И приседаем. Выпад. Присед. Выпад. Присед. Кувырок. Перекат. И встаем. Присед. Выпад. Присед. Выпад. Присед. Перекат. И встаем. Еще несколько раз. Присед. Выпад. Присед. Выпад. Не забывайте группироваться. Присед. А вы выгоните спину, прижать подбородок. И по инерции. Встаем. Перекат. Отлично. Довольно прыжок. И все сначала. Выпад. А, выпад. Присед. Выпад. Присед, перекат. Подъем, прыжок. Отлично. Присед. Выпад. Присед. Выпад. Присед, перекат. Джоп. Присед. Выпад. Присед. Выпад. Присед, перекат. Отлично. Хопчик. Присед. Выпад. Присед. Выпад. Присед. Перекат. Джампинг джек. Хоп. Есть. Присед. Выпад. Присед. Выпад. Присед. Перекат. Присед. Перекат. Джампинг джек. Присед. Выпад. Присед. Я знаю, многие у вас уже устали. Джампинг джек. Два. Это было добавление. Присед. Выпад. Присед. Выпад. Перекат. Джампинг джеки. Присед. Выпад. Присед. Выпад. Присед. Перекат. Шикарно сделано. Раз. Присед. Выпад. Присед. Выпад. Присед. Перекат.
Jumping jack. Присед. Выпад. Присед. Выпад. Перекат. Jumping jack. И внимание, добавление. Отжимаем. И приседаем. Вновь. Все сначала. Перекат. Jumping jack. С поворотом на 12 градусов. Отжимаем. Присед. Опциональное отжимание может быть у девушек с колен. В этой очереди я сейчас продемонстрирую. Итак, полпланка, отжимание с колен, назад, продолжаем, присед, выпад, присед, выпад, присед, перекат, фуровка, джампинг джек. Ну что, сделаем 3 отжимания, поехали, 1, 2, 3, все сначала. Присед. Выпад. Чем длиннее комплекс, тем больше у нас отдыхают ноги. Перекат. Jumping jack. 90 градусов. Планка, 3 отжимания. Супер. Продолжаем. Присед. Перекат. Jumping jack. И еще несколько раз. Весь комплекс сначала. Перекат. Отлично. Выпад. Присед. Выпад. Перекат. Отлично. Jumping jack. Право. На планке. И отжимание. И заключительный раз. Присед. Выпад. Присед. Выпад. Присед. Перекат. Раз, два, три. Отлично, отлично. Ну что, немного поработали. И на завершение немного кардио работы. Она будет похожа немного на то, что мы делали при разминке. Немного другая. В основном глобальное движение. Бег, прыжки. Поворот. Коврик нам не нужен. Убираем в сторону. Нам нужен метр на метр ваша площадь помещений. И продолжим. Поехали. Бег на месте. Я оставлю таймер. Каждый раз будем менять упражнения. Каждые 15 секунд. Поехали. Бег на месте. Половина. 3, 2, 1. Jumping jack. Теперь на jumping jack по амплитуднее движение у нас. Касание бедер, касание ладони над головой. Отлично, бег захлёстом. Три, два, один. Перебежка. Обратите внимание, как я это делаю. Со стороны в сторону. Как будто бы вас бросает мячом. Мы играем в бубенного.
Переворачиваемся от мяча, чтобы в нас не попали. Окей. Твист. 15 секунд. Вращаем бедрами, плечевой пояс на месте. Супер, бег на месте. Повторим все сначала. Три, два, один, jumping jack. Три, два, один, захлёст. Три, два, один. И добавим прыжки по квадрату, окей? Представим себе 4 клеточки. Тело подтянуто. Все собраны. Бег на месте. Все сначала. Так, пожалуйста. Еще одно повторение. Два повторения. Вот сделаем. На этом. Что там было у нас? Кто помнит? Jumping jack. Закрас. Если я ничего не напутал. Сейчас должен быть захлёст. Окей, бегишка. Держим здесь пульс средних и выше средних значений, но мы не достигаем здесь пиковых значений. Okay? Если вам сложно, сбавляйте темп. Захлёст. Прыжки по квадрату. Совсем забыл. Прыжки по квадрату. Здорово! Отлично! Браво! Есть, вы все выдержали! Вы такой же молодец, как и я! А я еще тот молодец! Фу! Класс! Спасибо вам за компанию! Ну, а я сейчас еще не прощаюсь. Спасибо вам за ваш труд. Далее у нас восстановление. Так, пожалуйста. Стопы на ширине плеч. Вдох. Через нос выдох. Фу! Еще раз вдох и выдох. Третий раз. Вдох. Выдох. Далее. Растяжка наклонной в сторону. Потянемся. Плечом потянемся. В сторону. Поменяем плечо. Другую. Отлично. Еще по разу. Есть. В другую сторону. Отлично. Помните, мы все это делали в начале урока. Округление грудного дна. Подкручиваем таз, прижимаем подбородок, выпрямляем спину. И здесь все наоборот. Вдох, выдох.
отличное вращение рук. Плечи вращаем наружу. Плец потянут. Руки максимально назад и вверх. Растяжение двуглавой мышцы плеча. Далее. Пальцы замок. Раскрытие. Плечевой пояс. Отлично. Опускаем руку. Плечо вниз. Поджимаем. Плечо в груди. Плечо внизу. Шея длинная. Растяжение задней тазовидной. И до тазобедренных мышц. Отлично. Меняем. Плечо вниз. Руку прижали к груди. Наклон. Головы. В сторону руки. Есть. Далее что? Рука. За голову. Локоть. За голову. Головы толкаем. Вес подтянут. Толкаем руку назад. Снижение. Труба в мышцы плеча. Меняем руку. Сколько времени? Пора бы уже закончить, да, товарищ тренер? Окей, стоп на месте. Еще вниз. Баланс. Что еще, 10 минут нам что ли? Нет? 5 секунд? Да? Окей. Кто-то из нас уже был готов закончить гораздо раньше, чем мы этого достигли. Растяжение ягодичных. Отлично. Задняя верхняя бедра. Попу на себя. Растяжение под коленом сухожилий. И сзади поверхность бедра. Отлично. Это же процедура с другой ногой. Захлёст. Баланс. Захлёст. Ну и куда не торопимся. Все, что нужно было сегодня, мы уже сделали. Осталось качественно провести заминку. Есть. Пускаем. Надавливаем на колено, вращаем бедро наружу, усиливаем растяжение ягодичных мышц. Оп, стоять. Отлично. Задняя поверхность бедра. Мы стопы на себя, копчик подкручиваем назад и вверх. Естественно, прыгив в пояснице, ощущение растяжения задней поверхности бедра. Супер. Широкое положение стоп. Стопы параллельно. Спотяг. Выпад. Это тоже было у нас в начале занятия. Переносим вес на другую ногу. Отлично. Переносим вновь. Руки вперед. Присели. Помните, да, если нам сложно, мы можем опираться одной рукой назад. Важно, чтобы ягодицы максимально приблизилась. Пятки согнутой ноги. Переносим вес. При этом спина, стараемся держать ее выпрямленной. Отлично. Наклон вперед. Немного сведем стопы. Покачаем корпусом влево-вправо. Расслабимся. И затем через круглую спину позвонок за позвонком вырастаем вверх. Делаем взмах руками. Вдох. И выдох. Фух. И на этом все. Спасибо большое, что были сегодня с нами. Подписывайтесь на мой канал. Шучу. На наш канал, конечно же. Да, там, где, в общем, вы знаете. И следите за нами. Будет еще интереснее. Пока-пока.